Республиканский бюджет зависит от цены на нефть, заявил Бакыджан Сагынтаев. Перед началом работы цена нефти была $46 за баррель, сейчас она стала 44. То есть цена на нефть зависит от геополитической ситуации, а также ситуации в Ираке и Сирии, сказал премьер. Как бы мы ни планировали проект бюджета, все зависит от нефти и курса доллара. Однако у нас есть поручение главы государства, несмотря на такие ситуации, социальные предложения должны выполняться в полной мере, рассказал Сагынтаев. Ранее в своем докладе министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отметил, что в проекте бюджета цена на нефть заложена на уровне 35 долларов за бочку. А еще Куандык Бишимбаев презентовал дорожную карту к свободному рынку. Эксперты поддержали инициативу Министерства национальной экономики. Казахстан имеет антимонопольное законодательство, но уровень конкуренции в республике остается низким. Одна из причин заложена в нормах отраслевого законодательства, которое зачастую идет вразрез с базовыми принципами конкуренции. Бишимбаев пояснил, что задача, которую поставил президент о сокращении госсектора к 2020 году не более 15% ВВП, является наиболее актуальной на сегодняшний день. Новые ниши для бизнеса могут быть обеспечены в первую очередь за счет разгосударствления. Кредитование малого бизнеса в Казахстане выросло на 738 миллиардов тенге или 36% за 9 месяцев. Для стимулирования развития субъектов малого и среднего бизнеса и обеспечения доступности жилья были понижены требования к достаточности собственного капитала по таким займам. Цифры показывают, что данные меры уже имеют определенный эффект. Остаток кредитов банков экономики в текущем году не изменился – почти 13 триллионов тенге. Однако объем выданных кредитов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 525 миллиардов тенге и составил 7,2 триллиона тенге. Меняются валютные предпочтения населения и предприятий, наблюдается опережающий рост тенговых вкладов, сообщил Данияр Акишев, выступая перед депутатами Мажилиса. Казахстан снизил ставку экспортной таможенной пошлины на нефтяной битум до 15 евро за тонну. Понижение ставки экспортной таможенной пошлины позволит экспортировать битум в зимний период, когда отсутствует потребность на внутреннем рынке, а также сохранить рабочие места и увеличить объемы производства отечественных заводов. На сегодняшний день проектная мощность казахстанских битумных заводов достигает более 1 миллиона тонн в год при ежегодной внутренней потребности в битуме до 500 тысяч тонн. При ставке экспортной таможенной пошлины в $60 за тонну стоимость казахстанского битума являлась неконкурентоспособной на внешних рынках. Лукашенко подписал декрет о перемещении, хранении и продаже алкоголя. Новый декрет предусматривает отмену ограничений по количеству алкогольных напитков, маркированных акцизными марками Республики Беларусь и специальными марками, которые физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут хранить и перемещать. Декретом установлена административная ответственность за нарушение указанного ограничения в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков или без конфискации. За повторное в течение года нарушение дополнительно предусматривается возможность конфискации транспортных средств, используемых для перемещения такого алкоголя, независимо от того, в чьей собственности они находятся. Этим же документом ужесточена ответственность за продажу физическим лицом алкогольных напитков без белорусских акцизных марок. Ранее власти Беларуси пытались бороться с ввозом российского и казахстанского алкоголя применением законодательно закрепленной нормой максимально разрешенного объема хранения алкоголя гражданином дома. Более 20 миллионов россиян окажутся за чертой бедности. Уже через 3 года они будут получать доход ниже официально прожиточного минимума. В прогнозе социально-экономического развития России на 2017-2019 годы говорится, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума вырастет в этом году до 14%, в 2019 году сократится. Величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года составила 9956 рублей на человека. Акциз на сигареты в России может вырасти в 2017 году сильнее запланированного. Специфические ставки акцизов – это фиксированная денежная сумма за единицу товара на все виды табачной продукции, установленная ранее на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году. Эта норма может быть внесена в поправки к налоговому кодексу ко второму чтению. Инициатором увеличения акцизов выступил Минфин. С начала года в Беларуси закрылось на 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей больше, чем появилось новых. Почти треть индивидуальных предпринимателей, 80 467 человек, было зарегистрировано на начало октября в Минске. Меньше всего ИПшников работает в Витебской и Могилевской областях. В январе-сентябре по всей стране сократили свою деятельность 31 249 индивидуальных предпринимателей, а зарегистрировались почти на 4,5 тысячи меньше. При этом Белстат не сообщает, как изменилось число ИПшников по видам деятельности.
Доля импортной соли, которая попадает под запрет в России, примерно 15% от общего объема рынка. Под эмбарго на поставки соли попали страны, поддержавшие санкции против России. Это США, Евросоюз, Канада, Австралия, Норвегия и другие. Эксперты уверены, что запрет не вызовет ни дефицита на рынке, ни роста цен на этот продукт. Доля импортной соли, которая попадает в запрет, это 14-15% от общего объема российского рынка. Их легко могут заменить как российские производители, так и партнеры по Евразес. Беларусь и Казахстан являются крупными производителями как пищевой, так и промышленной соли. Российские мощности 6 миллионов тонн в год при потребности рынка 5,5. Сейчас добывается всего 3,5 миллиона тонн. Критическая ситуация сложилась в одном из крупнейших городов Бразилии. Правительство заморозило счета штата Рио-де-Жанейро. Это произошло из-за крупного непогашенного долга. Штат задолжал правительству 53 миллиона долларов. Также сообщается, что некоторые госслужащие полгода не получали зарплаты. Рио-де-Жанейро заявил о чрезвычайной финансовой ситуации в преддверии Олимпийских игр 2016, согласно документу, опубликованному руководством Рио-де-Жанейро. В связи с падением цены на нефть, власти предполагали, что не смогут выполнить свои обязательства перед стартующими Олимпийскими играми. Стало известно, что правительство Бразилии выделит штату из федерального бюджета около 849 миллионов долларов для поддержания инфраструктуры и обеспечения безопасности в ходе Олимпийских игр. Однако они не оправдали надежд бразильцев. Дания и Россия создадут паромную линию в обход Польши. Сейчас ведутся переговоры о перевозе автомобилей с грузами в Калининградскую область. Запуск паромной линии будет актуален для перевозчиков европейской части России, которым приходится получать польские транзитные разрешения на проезд через ее территорию. На данный момент транзит через Польшу не осуществляется, поскольку стороны не могут договориться о разрешениях для транспортных компаний. Россия и Дания приступили к выбору портов для осуществления перевозок. В Индии прекратили обращение купюр номиналом в 500 и 1000 рупий. Эти купюры уже с 9 ноября не будут приниматься в качестве платежного средства. До конца декабря банкноты должны быть сданы в банки. По словам индийского премьера, они активно используются на черном рынке, а также для финансирования террористической активности. Завтра Резервный банк выпустит в обращение новые купюры с высокой степенью защиты номиналом в 500 рупий и 2000. Со временем Резервный банк выпустит новые банкноты номиналом в 10, 20 и 1000 рупий.